Спасибо большое, уважаемые председатели, уважаемые дамы и господа. Во-первых, я буду говорить о лимфоме у детей, современные подходы к терапии. Прежде всего, я хотел бы показать вам цифры по распространенности лимфомы фолликулов в Японии. Здесь вы видите исследования, проведенные в 8-10 годах. И здесь вы видите число детей с лейкозами и лейкемией. Вы видите, это от 100 до 140 год в Японии. Здесь вы видите разные патологические подтипы неходжкинских лимфом у детей в Японии. Здесь включаются и лимфомы Беркета, и Б-клеточные лимфомы, где-то 39%. И здесь также Т и Б лимфобластные лимфоиды, 31%, и 13% приходится на ОЛХЛ. Было проведено несколько клинических лимфомов при неходжкинских лимфомах, которые проводились нашей исследовательской группой. Среди них B NHL 03 и ALB NHL 03 относятся к зрелым Б, а не к клеточным неходжкинским лимфомам до 2010 года. Я показываю в основном эти два исследования на данном слайде, которые были проведены. А здесь вы видите протокол, который был разработан для неопластической лимфомы в запущенной стадии. Винкристин, преднизолон и циклофосфамид, АРЦ, дофлуорацин и высокодозный метотрексат. Практически это такой же протокол, как тот протокол, который применяется для лечения ОЛЛ. Здесь вы видите исходы у больных в рамках данного исследования неходжкинского лимфома 03. Пятилетняя выживаемость, бессобытийная выживаемость составила 82,9% и 77,9% соответственно. Не было отмечено различий в исходах между Т-клеточными и Б-клеточными лимфомами, однако исход при четвертой стадии был лучше, чем при стадии 3. Кроме того, если наблюдался полный ответ, то тогда исход был лучше по сравнению с теми, кто не выходили в ремиссию. На этом слайде вы видите сравнение исходов по разным протоколам. И, как вы видите, лучший исход наблюдался в протоколе 09. Здесь пятилетняя безрецидивная вызываемость составила 98% и 95%. Я вам показываю этот протокол BFM-90 при неходжкинских у детей. По сравнению с другими протоколами, то же самые препараты были использованы в этом протоколе. Мы сравнивали тогда дозы препаратов на фазе индукции в разных клинических исследованиях. В первых трех исследованиях вы видите BMF-90, 95 и 03 была отмечена точная ассоциация между высокой дозой аспарагиназы и улучшением исхода. Однако по двум другим протоколам, в которых также использовалась высокая доза аспарагиназа, прогноз почему-то не улучшался. На этом слайде я показываю еще один протокол. Мы используем этот протокол для неходжкинского лимфома Б типа. И здесь вы видите разные четыре группы. Первая – это стадия 1 и 2 резектабельной опухоли. Вторая группа включала первые и вторые стадии нерезектабельной опухоли. Группа 3 – это стадия 3 и
СНС отрицательная стадия 4 и группа 4 СНС положительная стадия 4 бетленочный ОЛЛ. И мы применяли разные протоколы в зависимости от стадии заболевания. Я показываю здесь исходы больных, которых лечили по этому протоколу 0,3. Четырехлетняя бессубъективная выживаемость составила 94,4%. Различия наблюдались в исходах между разными группами. Тем не менее, в исходе не было различий по отношению к гистологии. Б-клеточная лимфома или же лимфома Бюркетта, здесь исходы были примерно одинаковые. Здесь вы видите сравнение исходов при стадии 3 и 4. И вы видите, наилучшие результаты наблюдались в протоколе 0,9 и 8,9 по сравнению с другими протоколами. Однако, если были стадии 1-2, то исход был лучше в последнем протоколе по сравнению с предшествующими. Здесь вы видите результаты при третьей стадии и четвертой стадии. Вы видите, что исходы были, в общем-то, сопоставимы, несмотря на применяемый протокол терапии. В своей третьей лекции я буду говорить о лечении. Это первое международный протокол 989. И целью данного протокола является оценка метотрексата. В одном дозе составил 1 грамм на квадратный метр, 24 часа, а тут уже 3 грамма на квадратный метр в течение 3 часов первый день. И вы видите, что результаты лечения в первой группе были примерно одинаковыми. И поэтому мы могли сделать вывод, что доза метотрексата не влияла на результаты терапии. А здесь я показываю применение уже таргетных препаратов. Несколько препаратов использовались в рамках исследования. Среди них ритуксимаб и кризотимиб. Эти препараты будут оценены в рамках последующих исследований, и мы надеемся на улучшение результатов с применением этих препаратов. Итак, мы можем сказать, что когда мы говорим о нехочущих лимфомах у детей, то химиотерапия при ОЛЛ при использовании высоких доз аспарагиназа рекомендована. Таргетная терапия сейчас оценивается в рамках исследования. При Б-клеточных нехочущих лимфомах химиотерапия в зависимости от стадии дается. И при рефракторном заболевании можно применять ритуксимаб. Что касается ALL, то сейчас признается терапия на основе протокола 99, и таргетная терапия также может дать хорошие результаты в будущем с применением CD30 и ALK-ингибиторов. Благодарю вас за ваше внимание. У меня есть вопрос. Вы сказали, что вы рекомендуете применять ритуксимаб только при резистентных рефрактерных случаях, да? Да, в этом да. Я сказал, что можно применять этот препарат. Но вот в нашем следующем исследовании мы будем применять ритуксимаб у всех больных, которым ставится диагноз заболевания. С самого начала, то есть. Если вы применяете ритуксимаб в резистентных случаях, то каков будет ответ на терапию? В общем-то, могу сказать, что частичный ответ наблюдался, но у небольшого числа больных не было случаев полного ответа. Спасибо. Я хотела бы тоже один вопрос
с точки зрения патоморфолога сказать, у вас было довольно много случаев диффузной бэклеточной лимфомы. Вот в наших немецких когортах мы такого не имеем. Может быть, вы опишете, так сказать, клинические признаки таких лимфом? Они чем-то отличаются от популяции с лимфомой Беркета? И это первый мой вопрос. А второй вопрос такой. А сколько было случаев, связанных с вирусом Эпштейна-Барра? Что касается второго вопроса, то сложно ответить. Неходжкинские лимфомы, связанные с вирусом Эпштейна-Барра, так сказать, довольно многочисленны, но мы применяем другой препарат, когда видим такую связь с вирусом. То есть вы каждый случай лимфомы проверяете? Я же говорил, что есть гистологические различия, и они обязательно влияют на прогноз пациента. К сожалению, я плохо слышу и не смогла понять ваш ответ. В Японии все случаи Б-клеточных лимфом лечатся по тому же протоколу, независимо от гистологического подтипа. Да, это да. Но тем не менее, может быть, когда вы видите такие случаи лимфом, может быть, у них клиника будет разная, а и прогноз у них примерно одинаковый. И изначальная клиническая картина тоже такая же, одинаковая. Спасибо.